Это интервью нам удалось записать совершенно случайно. На прошлой неделе мы созвонились с одним из будущих гостей актуального интервью и договорились о том, что накануне Дня Победы побеседуем о реконструкции и историческом движении. Для антуража решили записать разговор в стенах выставочного комплекса ретротехники, который расположен на территории торгового парка АСС. Первым человеком, которого мы встретили, переступив порог длинного здания, был Валерий. Как я узнал чуть позже, это хранитель выставки ретротехники, активный участник военно-исторического общества 1945. Буквально 5 минут беседы с ним было достаточно для того, чтобы понять, оставлять такого человека за кадром нельзя. К тому же, когда еще появится возможность поговорить об одном из самых интересных и необычных мест нашего города, о существовании которого большинство саровчан даже и не подозревает. Валерий, мы находимся в зале выставочном автомототехники. Абсолютно потрясающее место. Я, если честно, живу в Сарове всю жизнь, никогда не думал, что такое есть. Как у вас проснулся интерес ко всему этому? Ну, единомышленники. Алексей Морозов, наш вдохновитель такой, один из создателей этой галереи, автомото-выставки. То есть где-то были коллекции свои собственные, были коллекции дома, в квартирах, в гаражах, и в один момент возникло такое желание собрать это в одном месте, ну не просто собрать, а показать горожанам, то есть что-то рассказать, что-то продемонстрировать, вот возникла такая идея, чтобы это не пылилось где-то вот так это. А какой был первый экспонат, который показали? Самый первый экспонат – это был «Москвич 401». Вот он стоит в галерее, можно понаблюдать. Это один из самых, наверное, первый автомобиль, который был восстановлен нашим обществом своими руками. Он был сделан к одному из парадов 9 мая. То есть тогда такое, как бы, первый раз мы представили свое общество на параде. И вот этот автомобиль как бы послужил родоначальником создания вот этой вот нашей автомод-выставки. А где вы вообще находите всю эту технику? Ей же, ну, сколько, несколько, 30, 40, 50? Какой самый старый, кстати, экспонат? Ну, есть довольно-таки старые экспонаты. Это вот мотоцикл ДКВ 29-го года. Ну, вот, можно похвастаться, один из самых последних поступлений, это вот велосипед Philips. Он ограниченная серия, выпущена коронацией королевы Голландии тоже в 40-х годах. То есть, ну, где-то по своим ездим на реконструкции, общаемся. А где вы этого дедушку нашли? Это был дедушка, найден в гараже, в одном гараже в Подмосковье, совершенно случайно. Там было несколько вещей. И был вот такой вот велосипед, тогда привозились, приезжали к нам в страну дипломаты какие-то, работники. Они привозили с собой вещи разные, ну, средства обихода. И когда вот мне один знакомый предложил, позвонил, что есть вот такой вот редкий довольно-таки образец, ну, захотелось, конечно, его иметь в коллекции, и он поступил к нам вот буквально неделю назад. На следующей неделе еще один идет образец, довольно-таки редкий тоже велосипед, тандем, но он идет издалека, это идет из Крыма. Нам. То есть где-то вот ищем, стараемся по территории России найти интересные нам вещи, как бы... А вы, ну, что-то целенаправленно ищете? Вот видите модель и решаете, надо ее к нам сюда в Саров привезти или просто, ну, попадается? Нет, попадается, потому что нельзя так вот целенаправленно заклинить себя, и что я вот это хочу. Ну да, это не в магазин. Да, походу. Да, попадается. Вот в частности, одна из редких вещей, сейчас восстановленная нами, она, в общем-то, освещается и на нашей странице ВКонтакте, восстановление. Это велогенератор немецкий. То есть еще у нас есть какие-то проекты. Это электровелосипед? Нет, это генератор для выработки электротока в полевых условиях солдатам. То есть он садился на такой станок, крутил педали и вырабатывал ток для питания радиостанций или других источников в полевых условиях. Довольно-таки редкая вещь, называлась она «Солдат-генератор». Она потом использовалась после войны в нашей армии, но первые это вот солдаты вермахта использовали ее на полях. Вот такая довольно-таки редкая вещь, сейчас восстанавливается.
Там буквально сейчас пара деталей не хватает, и она буквально вот в скором времени тоже поступит сюда. Я смотрю, вы себя не ограничиваете ничем, кроме историчности, потому что здесь экспонаты из разных стран, из разных эпох, да даже вот здесь стоит автомобиль, тут велосипед, там мотоциклы, там, как вы сказали, телега. А вот еще я вижу какую-то черную коляску там вдалеке. Это тоже, видимо, мотоцикл. Ну, это нет, это специальный такой прицеп для транспортирования поклажи пехотинцами. То есть есть вот довольно-таки редкие экземпляры. Это вот за вами вот мотовелосипеды с передним расположением двигателя. А это выхлопная труба у него? Да, это выхлопная, двигатель, то есть развесовка. Здесь вот так вот наши инженеры завода имени Сталина после войны, такая довольно-таки разработка, ну, довольно-таки перспективная. Сейчас она используется активно инженерами, с электроприводом велосипеды делают. Ну вот наши сделали такую. То есть получается так, что модели, какие-то вещи, они не мы их ищем, они нас находят сами. Валерий, а как сюда можно прийти? То есть просто прийти посмотреть? Лучше позвонить, экскурсию заказать? Ну, в зависимости от того, как человеку удобно. В принципе, выставка работает в субботу-воскресенье с 10 до 2. Каждые выходные, если вот куда-то отъездов нет, вот, она каждые выходные работает. Горожане об этом многие знают, уже не первый раз бывают. Есть гости города, которые хотят посетить, они звонят по телефону, заказывают экскурсию в назначенное время. Мы им уделяем время. Практически еженедельно у нас расписание есть по экскурсиям. Гости города, ну, какие-то предприятия своих сотрудников привозят. А как люди реагируют? Ведь для кого-то, ну, этот велосипед не будем брать, он не наш. Да. Но для кого-то это такой, знаете, привет из детства. То есть он, когда ему было 6 лет, рассекал, а сейчас ему 60, он уже старенький. Люди, ну, я вам скажу, реагируют по-разному. В зависимости от возраста ребенка. Есть ребенку 7 лет, у него одна реакция. Есть ребенку 60 лет, у него совершенно реакция другая. Я вам могу сказать, что была у меня один раз экскурсия. Там сопровождал ее профессор из Санкт-Петербургского университета. Студентов своих. Ну, студенты, 20-летние молодые люди, вели себя так нормально, ходили, слушали, смотрели. Да. А профессор в один момент вдруг так залез на мопед, и я не ожидал, он чуть не покатился на нем. Потом он долго извинялся, мы, ну, пообщались, познакомились поближе. Он говорит: извините, я просто видел вещь, вот именно на какой я ездил. Свою молодость. Вот я ее увидел, и я погрузился туда. Я уже не видел себя таким стареньким дедушкой, а видел себя молодым пацаном. Вот я на этой вещи сел, не смог удержаться. То есть ведут себя абсолютно. Это как если мне бы сейчас приставку Дэнди показали. Я бы обо всем забыл, вперед побежал, взял, да, джойстик. Да, да. То есть абсолютно непредсказуемо. Конечно, привозят своих детей, внуков. У кого-то, без ложной скромности скажу, есть горожане, приходят со своими детьми, у кого-то есть уже любимый экспонат, какой-то автомобиль. Ну, у нас же не вся техника здесь сейчас представлена, которая у нас есть в наличии. У нас автомобили убывают там на какие-то соревнования, принимают участие, в каких-то выставках принимают участие. То есть у нас как бы здесь как накопитель эта выставка служит. А в параде будет участвовать техника? Да, да, это в параде будет участвовать техника, но, к сожалению, только образцы периода Великой Отечественной войны. Ну, оно и понятно. У нас есть техника послевоенная, она вот последний раз использовалась, и я опять же без ложной скромности скажу, что на открытии моста, вот нашего городского моста, то есть в параде принимал участие. Мы всегда рады поддержать какие-то городские мероприятия. То есть... А за зону выезжаете? У нас же по России много очень таких вот событий, когда происходит массовая выставка ретро-техники. Какую-то выгоняют, дают людям посидеть, просто почувствовать, каково это находиться в машине той эпохи. Да, мы ездим, но
мы представляем свою технику больше, наверное, как спортивное подразделение нашего общества. У нас есть гоночные машины, они, как скажем так, волк в овечьей шкуре. То есть внешний вид ретро-автомобиля, а внутреннее содержимое гоночное. У нас есть такой Москвич 412, который победил на Москве на ретро-кольце. Там пилот у нас есть такой Денис Матов, который выступает на этой машине. Есть машина, раскрашенная в форму ГАИ, то есть такая гоночная. То есть мы участвуем более такое не просто созерцание представления автомобиля, вот как такового, там и без нас достаточно представят. Нам интересно, чтобы наша техника участвовала не только вот в показе, а именно в гонках, занимала какое-то место, то есть и автомобили, и велосипеды. То есть у нас есть ретро-гонки, но гонки на ретро-автомобилях. Да, да. Я первый не раз только слышу, гонки на ретро-автомобилях, есть ретро-велопробеги, в которых вот я участвую, проезжают в рамках чемпионата мира ретро-велосипедов, ретро-техники, парады проводятся, приезжают из 20 и более стран. То есть вполне это реально, люди интересуются, и не только в стране, и из-за рубежа проезжают, то есть это нормально. А вы находили экспонаты у нас в Сарове? Ну, мало ли, в гараже лежит, человек и не думает, что он какую-то ценность представляет. Тот случайно где-то сфотографировал, где-то появилось, увидели, обратились к нему, оказалось, что вещь. Бывает так, человек не то что фотографирует, он приходит и вот спрашивает, а бывают какие-то вещи, просто идешь в гараж по объявлению, просто читаешь объявление, что-то где-то. Идешь в гараж, за одним видишь другое. Предлагаешь человеку. Ну, если вот просто интерес у тебя проснулся, ты предложил человеку, вот эта вот вещь мне интересна. Ну, бывает такое. Но... То есть как рулетка, никогда не знаешь, что тебя никогда ждет. Никогда, абсолютно. Может прийти завтра человек, что-то предложить. Я, конечно... Горожан наших хочу поблагодарить. Есть, приносят некоторые свои вещи, которые дороги. В частности, вот женщина принесла свой калькулятор, один из первых. А, то есть не только технику? Не обязательно технику, телефонный аппарат. Принесла калькулятор. Первый, который вот у меня был, я хочу, говорит, его, чтобы смотрели. У вас вот такого нет, хочу, чтобы показывали. Казалось бы, мелочь, пустяк. Ну вот ей дорого эта вещь, она хочет, чтобы люди смотрели. Валерий, а как вы думаете, вот в чем основная ценность всего вот этого? Что у нас в городе есть, я не побоюсь этого слова, огромный ангар, ну не ангар, конечно, но условно говоря выставка, где сконцентрирован огромный комплекс исторических предметов. Для чего это нужно? Вот чем это полезно? Основная ценность – это память. Память, да? Это память, это вот... Уйдут бабушки, уйдут дедушки, уйдут кто-то, будут помнить дети. Они будут смотреть на вещи, у них эти вещи ассоциируют положительные воспоминания. А ребятишкам, наверное, некоторым приходится уже объяснять назначение самых простых вещей. Не то, что объяснять, их за руку уводят отсюда родители, они визжат, пищат, им хочется, родителям некогда. То есть... Основное – это вот сохранение памяти, истории. И к нам часто обращаются вот городские власти, какие-то устроители, где нужно подчеркнуть вот эту память городскую. Сейчас вот обратились в проведение велоквеста. Там историю города хотят в нее свою вспомнить, подчеркнуть. То есть вот мы всегда откликаемся, всегда вот это вот. Вы будете в этом участвовать, да? Да, конечно, потому что вот сейчас не только мы замыкаемся на параде 9 мая, будет еще 12 мая велоквест, 18 мая будет всероссийская акция на работу на велосипеде, там тоже точки активности будут. 25-го мы приглашаем всех, это Ночь музеев. Очень интересно. 25 мая, да? 25 мая. У нас всегда на Ночь музеев какая-то своя фишечка есть небольшая. То есть люди приходят, им нравится. Они фотографируются на память, какие-то вещи видят, что-то. Ну, это праздник и для нас, и для города праздник. Вот.
Валерий, скажите, пожалуйста, а вот в ночь музеев по какому графику будет работать выставка? В ночь музеев, скорее всего, будет работать с 6 часов вечера выставка до последнего посетителя. Ну, по опыту проведения мы знаем, ну, где-то до 12, до часу там уже стихает. У нас превращается не только эта выставка, а на площадке, которая расположена около галереи, уже это в какую-то тусовку. То есть жители города не хотят уходить. То есть, ну, да это вообще-то магнит настоящий. Да, сюда можно прийти по незнанию и зависнуть на пару часов, если это не больше. Это их тянет, и они поэтому хотят что-то, каких-то новых от нас, каких-то мероприятий спрашивают. Но, к сожалению, у нас вот сейчас даже весь май уже расписан, распланирован. Мы хотели бы сделать такой, как бы, первый раз не то что конкурс, а просто предложить жителям города проявить себя. То есть, если у них есть какие-то образцы техники, то есть автомобиль, мотороллер, мотоцикл, велосипед, ну, такой семейная реликвия на ходу, мы, наверное, будем делать конкурс на площадке около нашей выставки, и будет разыгран приз зрительских симпатий. То есть зрители проголосуют за наиболее понравившийся, допустим, образец техники, может быть, жители города. Сразу скажу, что наши образцы, наша техника, техника нашего общества и членов общества не будет в конкурсе принимать участие. То есть она будет выставлена, но будет выставлена вне конкурса. А если у жителей города есть какие-то, ну, образцы техники, они готовы ее показать, ну, да хоть велосипед школьник. Да, хоть велосипед школьник, хоть коляску детскую, хоть что-то. Готовы показать, выставить. С удовольствием пускай обращаются. Мы предоставим им место, предоставим это, чтобы жители города посмотрели. И каждый, если он считает, что у него есть вот какой-то достойный экспонат, просто показать жителям, либо участвовать в конкурсе, получить какой-то поощрительный приз. А можно еще тематически одеться. Я вспомнил, как вы готовились к велопараду. Костюм, надо сказать, был вообще огонь. А в этом году костюм будет еще огнивее огня. По секрету вам скажу. То есть вы уже новые задумки приготовили? Уже она воплощается в жизнь. А она будет, эта идея, реализована, скорее всего, на ночи музеев, а второй раз она повторится на проезде 12 июня на велопараде. Костюм будет еще интереснее. А есть какие-то экспонаты, которые сейчас на реконструкции? Пока их здесь нет, но скоро появятся. Конечно, я вот сказал, что это велогенератор, так называемый солдат-генератор. Потом есть у нас автомобиль ЗИЛ-164, он будет на него ставится сейчас прожектор. Он на реконструкцию, у нас завершающий этап. Он будет участвовать в параде 9 мая. И потом будет, наверное, скорее всего, представлен у нас вот в зале экспозиции. Также мы планируем, вот на улице у нас стоят образцы техники. Вы видели, пушка, это система ГРАД. Такие, как ориентиры, подготовленные основания для других экспонатов. Скорее всего, это будет пополняться, и для жителей города будут очередные сюрпризы. Валерий, я вот смотрю, вы уже вышли за пределы именно техники, да? То есть у вас тут напротив стоит целый стенд, посвященный, ну, средствам связи. То есть радио, проигрыватели грампластинок, даже вон тут стол со швейными машинками, с утюгами. Вы и дальше будете расширять вот этот диапазон? Да, мы хотим, но, к сожалению, вот стеллажи у нас уже не вмещают это. Мы планируем далее, во втором зале, мы сейчас проводим там реконструкцию второго зала, там более тематические такие сюрпризы ждут. Один из них, ну, я, наверное, не раскрою большого секрета, один из таких сюрпризов будет мини-ванная комната.
и будет там фотолаборатория. Вспомните себя в молодости. Я где, помню. Где вы проявляли пленки? В ванной, приглушенный красный комнате. Свет. Вот также будет инсталляция ванной комнаты, вплоть до того, что ванная, и будет маленькая мини. Просто не то, что представить технику, а как она была, в каком она интерьере. То есть инсталляция, полное, как скажем, погружение. А девчонок, кстати, приводят? Парни-то, понятно, все в восторге. Ой, девочки бывают, но вы знаете, у девочек какая-то реакция такая своеобразная на старые вещи. Они уже хотят сфоткаться на фоне их, такое селфи сделать. Просто им нравится дизайн необычный, краски, раскраски автомобилей. А вот мальчики наоборот, они стараются залезть под капот, снизу машину посмотреть, колеса. То есть вот смотришь, даже подростки, дети, разная реакция на технику. Кому-то нравится просто внешний вид, это вот как девочки вы сказали, а мальчики уже техническую основу ищут. Ну, у нас в Сарове на самом деле почти всегда была выставка автомототехники, просто она была ограничена одним экспонатом, танчиком за домом пионеров, который все излазили вдоль и поперек. А сейчас она немного выросла в размерах, да, лазить можно уже по нескольким сотням, наверное, образцов. Да. Валерий, наш завершающий традиционный опросник. Вытаскивайте любые три бумажки и честно отвечайте. Вопросы простые. Честно. Ваши любимые имена. Ну, мужское это Антон, а женское Екатерина. Это родные? Ну, это и родные, можно сказать. Это мои дети. Они названы моими любимыми именами. Что-то одно изменить в себе. Что? Что? Наверное, более организовать себя, быть более организованным. Да куда уж еще больше-то? Ну, бывает так, что хочется, понимая, что годы определенные проходят, а времени какой-то потеряно, какой-то это, и хочется его еще побольше организовать. Вот это вот хочется. Какова ваша мечта о счастье? Сложный вопрос, спрашивают всегда, а счастлив ли ты, мечтаешь счастье? Ну, наверное, благополучие в семье, любовь, любимое дело, которым можем заниматься, вот это и есть счастье. И, видимо, вы счастливый человек, потому что у вас это есть. Независимо от финансовых каких-то вещей, обстоятельств, просто заниматься любимым делом. Это, я думаю, это и есть счастье. Валерий, большое спасибо за интересный, актуальный рассказ. Всего хорошего, успехов, до свидания.